Она уже заряжена? Все, сейчас заряжена. Корсар пятерка? Сейчас. Ты понял как, да? Кончились патроны. Патроны кончились. И это с открытой? Сейчас. Молодец, молодец. 12 метров. Я поснимать? Не знаю, может фоточку сделать. Куда стрелялся? Я в доску попал. Чисто смочку. Вот с центра кружка ты видишь? О, молодец. Во-во-во. Молодец, ты видишь. Сектор на видишь, справа. Вот, вот центр сессии, да. Молодец, молодец, Кирюш. Класс. Все, папа пенсионер, он не... Говно, сломалось все. Да ладно. Кирюш, понял, да, куда? Как сломалось? Я хотел зафиксировать, а он треснул. Да ничего не треснуло. Нет, лучше не трогать. Да треснуло. Ну, чуть-чуть он. Да просто зафиксируй и все, что ты его мучаешь. Он не фиксируется, его крутишь, он вверх поднимается по трещине. Ну получше там, да. Вот, там же не надо его до усрачки тянуть. Ну все. Гудабл? Не знамо. Куда? Прямо или ставил. Так что-то не видишь, что ты там стрелял, вообще куда что-то прилетало. В сектор не стрелял? В сектор не стрелял. Сломал карабин, что ли, уже? Ну, как и было. Сейчас вообще в самый низ стреляю. Ну, получается, не по центру мишени, а по квадрату нижнему. Центр попробуй. Вот куда это? Между мишенями, что ли? Еще один. Центр. Давай, давай, сектор. Давай, дальше. Раунд. Да, это раунд. Раунд 2. Не задерживай, нет, иначе да. Ну, прицел надо будет сдвигать, просто сейчас его не переставить так оперативно. Классно. Берешь?
Ты змей-искуситель. Регулировка щеки на корсаре. На корсаре. Вверх-вниз. У нее эти проточки сделаны под шарики, видимо, которые там внутри. Подпружиненные, да. Но нужно высоту поставил. Все, зафиксировал, больше не двигается. Надо подвинуть еще. Опять пимпочку ты переместил, подвинул. Все. Красота. Слушай, у меня нет ничего.